Кушай, кушай. Надо стоять, пока она кушает. А то большие ж бы ее не укусили. Не забирали кашку, да? Кушай, кушай, моя хорошая. Кушай, моя маленькая. А те там трескают. Бусик сухой, корм трескает. Не знаю, что у него нос такой грязный все время. Такое ощущение, что он землю роет. Ну, боится, вон собаки что-то побежали за что. Значит, они его обижали, что он прям испугался. Бусик, бусик, иди сюда. Кс-кс-кс-кс-кс. Иди, бусик. Все-таки, значит, он боится приходить сюда из-за собак. Ну ладно, сейчас, я думаю, подойдет. Чуть-чуть успокоится и придет. Зову, зову, подошел. Иди, бусик, кушай, иди. Кс-кс-кс-кс. Иди кушай. Я уйду. Не бойся, иди кушай. А то голуби. Шо, мамка? Иди к малышке. Иди, бусик, кушай, иди. Иди, бусик. Ой, ой. И малыча вышла. Молодец. Тоже лижет его. Бусик, иди кушай. Иди сидишь. Иди ешь. Они к тебе наверх на крышу не запрыгнут. А то голуби поклюют. Все, пошла. Иду обратно. Буся встречает. И смотрю, Яшка там. Яшка? Кс-кс-кс. Яшка. А то давно его не видели. Но я не думаю, что он голодный. Яшка. Ну, сейчас дам. Но я ему как-то тоже... Он тут бегал. Я ему насыпала, он не ел. На, иди сюда. На, Яша. Опа. Да не, грызет. Ну, он такой хорошенький, гляньте-то. Вычесанный, чистенький. Нигде эти лохмотья на нем не висят. Видно, что дома живет. Ну, хорошо. Вот и хорошо, да, Бусяшка? Ну, у нас Буся тоже хорошенькая. Да, моя хорошенькая? Все, она сидит тут все время на лавочке. Кто проходит, здоровается с ней. Кто на лавочке сидит, она на колени прыгает, да? Ну все, пошла я. Да у тебя ж там кормишь, пойдем, пойдем домой. Дима спит, а мы тут с Баксиком гладим. Сначала постельно, потом такое буду. И полотенца свои. Ну, конечно, не такие уж они белоснежные получились. Все равно эти пятна видны, но все равно лучше, чем они были. Да, да. Ты уже позавтракал? Жди, отдохни чуть-чуть, полежи, поработай. Поработай! Надоело! И ты никогда не работал! А мне заранее надоело! Ну что там? Пошли папку будить уже. Пошли? Пошли. Пошли, пошли. Папку будить. Все, я уже погладила все. И постельное, и нижнее белье, и носочки. И такую... Одежду, все тут, футболочки, платья свои домашние. Все, пошли, пошли. Без 20:10. Ну, я думаю, пора, наверное. Доброе утро. Недоброе.
А чё? Баксик, буди папку. Меня будешь? Будил сегодня утром. Буди папку. Да. На улице небольшой морозец, но снега нет, ничего. Вон, тебе уже на планшет сообщения приходят. Вчера накупался. Вчера и настирали, поубирали, да, Баксик? И накупались, да? А ты что? А мне есть дайте, мне кушать дайте и все. Друзья, сегодня у нас на ужин будет картошечка тушеная со свиными ребрышками. Ребрышки я хорошо сначала пережарила с двух сторон до такой, до коричневой красивой корочки. Потом лучок, морковочку. Ну, а потом приправки разные добавила, конечно. И картошку вот сейчас тушится. Сейчас, Баксик, минуточку, подожди. Я забыл, когда я последний раз ел. И... уже сейчас дотушивается. Чесночка добавила, порезала. Лаврушечку. Запах такой обалденный вообще на всю квартиру. Вот. Не знаю, что готовить. И Дима говорит, хочется что-то, не знаю чего, но что-то такого хочется. Уже все одно и то же. Уже надоело. Не знаю, что приготовить. Так что, друзья, посоветуйте, подскажите, что вы готовите. Ну, из доступных, как говорится, продуктов.
И так, чтобы, ну, и можно и на раз покушать, а может что-то так вот приготовить на несколько дней. Ждем ваших советов, ваших рецептов. Спасибо вам заранее огромное. Ну и, конечно, всем приятного аппетита, кто тоже собирается кушать. Сейчас, бабсик, сейчас ты будешь кушать. Сейчас сначала водички я тебе дам попить, а потом кушать. Надо будет еще картошки купить. Уже у меня тут осталось. Я положила помыть все, что осталось. Это уже буду я горячее варить, борщ доедаем. Или суп, или что-нибудь. И надо уже покупать картошечку. Все, даю. Друзья, доброе утро. Встречает. Это моя коротышечка. Баксик покушал. Буся покушала. Это несу остальным. Сейчас покормлю. Расскажу вам грустную историю. Наших щенков стало меньше. Да. Пойдемте. Мусора стало больше. Выходи, выходи, иди покушай. Не бойся. Кушайте, кушайте. Так, сейчас. Рыжуля, а чего вы не идете кушать? Идите кушайте. Выходите. Выходите кушать. О, сидят. Идите. Идите сюда. Кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот. Идите кушайте. Они привыкли, что малышам. В общем, у нас 3 щенка вот этих остались. Коричневый, один черненький, и вот тут лохмастенький. В общем, их нет. Сдохли. Пушистик тот, лохмастик, около контейнеров мы нашли. Коричневый там за гаражами. А черненький здесь, там, за ящиками. В общем, не знаю. В общем, не стало тех, которые вот были самые такие, знаете, добродушные, как бы не боязливые. Бежали, всегда меня встречали. Вот это именно коричневый, лохмастик вот этот. Вот поэтому, ну, жалко, конечно. Не знаю. Может быть, кто-то отравил. Может, они вот более такие... небоязливые подходили. Вот. А может быть, какая-то болячка у щенков, ну, по своей болезни, может быть, вот, еблю. Ну, в общем, нету их. Вот. И хочу еще сказать за малыша. У нас же вот эта девочка здесь оставалась. В общем, мне там женщина позвонила за Перевальском. Живет, хотела взять, но там у них автобус в поселок сломался, пока не ездил. В общем, мы договорились там через несколько дней, как отремонтируют. В общем, малыша нет нигде. И я ходила, искала везде, по сараям заглядывала, и, ну, как говорится, и около мусорников везде, и прислушивалась. Думала, может, где-то он пищит, но ничего не слышала. И девчонки тоже прислушивались, говорят, ничего не слышно. Надеемся, что кто-то взял. Ну и хотела попросить, если кто-то из наших, ну вот, кто смотрит наш канал, взял, ну, хоть напишите
сообщение или как-то какой-то знак подайте, что вы его забрали к себе. Просто, знаете, как-то переживаешь. Вот. Не хочется думать, что просто кто-то взял поиграться, дети бросят. Ну, хотя, может, и взрослые могут взять, а потом назад вернуть. Ну, пусть лучше назад, чем просто так на улицу. Оно ж маленький, не каждый сможет пока с маленьким заниматься. Ну, в общем, вот такие у нас новости. Сейчас надо еще Бусика позвать. Придет, нет? Решила пройти тут мимо двухэтажек. Девчонки этой дорогой ходят. Говорит, мы тут Бусика частенько видим. Ну, он где-то или в этих домах, или дальше живет. А я иду, Яшку вижу. Около своего подъезда сидит. Ну, я его не буду кормить. Раз он из дома вышел, он не голодный, наверное. Был бы голодный, приходил. Да. Яшка узнал. Ну. Пошли, ладно, я тебя тут чуть-чуть дам. А то будут потом хозяева ругать. Да? Да, сейчас, да. Сейчас. Ух ты, Яшка. На. Опа. Все. Где ж Бусик прячется? Может, дома сидит? Ладно. Все. Буся встречает. Ну, я надеюсь, за щенка кто-то откликнется. Нам главное просто напишите, что он нашел себе дом. Пошли, Бусенька, пойдем.